Всем привет, друзья, с вами я, Конор2001, и это 53-й выпуск моего города в Майнкрафте. Да, друзья, в общем, сегодня новое обновление у нас, тем более уже по насыщению, друзья, и следующее обновление, это у нас мост и река, вот. Пока что не до конца вот здесь вот, но будет набережная, возможно. Вот, так вот мост внутри, а вот так вот снаружи. И я дал название реке, да, река называется Святой Савелий, да, вот. Река Святой Савелий, вот так, я так назвал, потому что мне понравилось название, то есть Святой Савелий, то есть бессмертный. В общем, вот так вот обновление получилось маленькое. Так, минуточку. Дверь, чтобы шума не было. ВК у меня щелкает. Ну ладно. Ну и второе обновление, ты уже вот фонари поставил здесь вот на этой площадке. Так, в общем, следующее обновление, то у нас уже будет. Вообще, я сделал границу между Пашинским и Калининским районом, кстати, кто не знает. И, а еще я построил институт, да, друзья? В общем, впервые в городе у нас появился первый институт в Яклоновске. И это уже тоже в Калининском районе, как мне говорил Роман Калинин, он же Айдаху. Огромное спасибо ему. В общем, он говорил, чтобы институт был в Калининском районе. Так вот, друзья, в общем, этот институт уже появился. И его адрес это Советская улица, дом 35А, то есть рядом с триколорной трехэтажкой. Кстати, недалеко осталось до него лететь. Вот школа, и вот эта самая трехэтажечка. И вот он институт, вот он такой вот, получился институт. Ну, трехэтажный институт такой вот. По принципу, такой же, как и техник, хотя, ну... Но получился как коробочка, в отличие от буквы от того же техникума, который получился буквы Т. Вот эта вот вывеска IKEA видно. Вон. Двухподъездная свежая свечка. Небоскреб. Трехэтажка триколорная и школа. Ну, не хватает детского садика. Ну ладно, в следующем выпуске построю ее. И что мы видим? В общем, Яклоновский государственный институт имени Романа Калинина, имени самого Айдаху, в общем. В общем, поздравляю, дружище, ты попал ко мне на видео. Еще, как ты просил, я тебе и сделал. Так, друзья, извиняюсь, в общем, как я говорил, здесь имени Романа Калинина институт, в общем, самый первый, естественно. И адрес Советская улица 35А. Рядом с этой трехэтажкой триколорной. Ну, давайте посидим. Так, дальше у нас такой вот гардероб получился. Гардероб. Да, проблема, что... Хотя... Я знаю, что в институтах, университетах, техникумах отсутствует стандарт. Да. Вместо них, типа, холодильники такие, ну, или, типа, автоматы с едой. Или мне кажется. Надо посмотреть, что внутри. А, нет, все нормально. Просто обычно, как просто, типа, стоишь, типа, железную дверь, типа, с холодильника делать. Но открыть не получится. Просто рычажок надо вставлять там. Так, вот такие вот кабинеты у нас, такие вот. Обычные кабинеты такие вот. Вот такой вот большой зеленой доской. Для начальных, для школ это нормально. Так, это у нас тот самый же кабинет, смотрите, тоже нет смысла. Суть, дела не одинаковые. Вот, первый этаж получился просто трехни. Так, ну это тоже кабинет. Ладно, сейчас на второй этаж. Так,
казалось бы, что там здесь? А, это типа как гардероб. То есть наверняка там начальник. Хотя, казалось бы, что тут делать? Казалось бы, что здесь начальник классы в институтах? Правильно, ни при чем. Короче, то же самое, то есть, второй, третий, четвертый этажи тоже все, в общем, одинаковые. Так что нет смысла смотреть на это. И все, в общем, вот здесь вот уже самый конец. Ну, это типа как кабинет директора, наверное. Так, еще один кабинет. Наверное, завуч. Еще один кабинет, наверное, собственно, педагог. И еще один кабинет. Но это уже стандартный кабинет. В общем, вот так вот. Вот так вот задан вперед, вот так вот. Пролись. В общем, друзья, вот так вот такой вот получился институт, самый первый, и, естественно, по заказу Романа Калинина. Как я говорил, в общем, Роман заказал, я сделал, вот. В общем, поздравляю, Роман, в общем, институт, естественно, именно в честь тебя, Роман. Роман Калина, если что, это к нему обращение, в общем. Ну и последнее обновление, это уже на улице Зюганова, и, в общем, я построю отдельно от почты и салона связи Билайн, Сбербанк, да. Впервые уже Сбербанк уже отдельно от других зданий, от других компаний. Вот он уже по адресу улица Зюганова 62, вот рядом с частным сектором, свечкой и ЖД-переездом. Ну, по сути, выглядит вот так вот, в общем, по памяти строил, в общем, такой же. И так, друзья, у меня была проблема с бежевым цветом, естественно. У меня было три варианта. Мне либо использовать гладкий песчаник, либо использовать березовые доски, либо мне использовать интермяковые кирпичи. Но из трех вариантов мне пришлось использовать интермяковые кирпичи. Такие вот. Ну, не гладкие, конечно, но придется и так использовать. Но это лучше, чем ничего, друзья. Так, попробуем, что если вот так вот. Нет, не так. Давайте посетим эту часть Сбербанка. Кстати, по сути, получилось дух, как я говорю, снова тоже был, тоже по памяти. Тоже есть типа, отделение Сбербанка, тоже типа, один этаж, два этажа. Вот здесь вот 5 касс таких, то есть 5 отделений, 5 касс. Служебное помещение вот такое вот. Упс. Книжные полочки у нас. Здесь типа... Где? Ну и все такое, в общем. Так, вот с этого декоративного типа есть бир. Так вот, красиво получилось. Ну и дальше у нас уже второй этаж уже. Да, друзья, тут второй этаж вот так вот выглядит. И уже еще 5 касс у нас здесь вот. И там тоже служебное помещение. Ну, тут уже чуть получше, чем на первом этаже, поскольку... Мне нравится второй этаж банка. Ну, покрасивее получилось. Вот 10 касс в отделении банка. Но есть еще один дополнительный бонус к этому банку. Я уже построил банкоматы. То есть вот так вот отдельно. И тем более вот пустая земля осталась вот здесь вот. Ну, ничего, так что пристараться туда ничего не собираюсь, в общем, от нефиг делать, но... Ну, возможно, я там пристрою еще кассы, наверное. Может, еще кассы будут. Ну, ладно. Вот так вот. Банкоматы вот стоят вот. И здесь у нас банкоматы, тем более 3 банкомата. Тоже по памяти, в общем.
Тоже по памяти строил. То есть, типа, двухэтажное отделение банка плюс банкомат на втором этаже. Вот так вот. В общем, друзья, вот, так вот, вот такие получились обновления на сегодня. В общем, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой каналчик. Ставьте лайки. Не забывайте писать мне идеи, что еще построить в моем городе в Майнкрафте. А также не забывайте писать про идеи, что еще построить в СССР в Майнкрафте. В общем, я давно уже забросил его. Там построена только хрущевка и гастроном и двухэтажка. В общем, так, в общем. Маловато, конечно, но буду строить. Сегодня все. Всем пока!